Я бы хотел ее пригласить сюда. И вручить ей благодарность. Это человек, который очень активно участвовал в выборной кампании, в частности, моей, помог мне стать тем, кем я стал. Поэтому, Наталья, за то, что вы не безразличны, за то, что вы активно участвовали в жизни, я бы хотел получить вот такую вам благодарность. И вообще пожелать, чтобы вы всегда были такие же.